Что такое ПДХ или ПДЛ? ПДХ – это максимум предыдущей дневной свечи. ПДЛ – это минимум предыдущей дневной свечи. Почему мы, трейдеры концепции умных денег, отмечаем для себя эти уровни? Потому что на максимумах или минимумах дневной свечи скоплено огромное количество ликвидности, которое в 90% случаев снимается на следующий день. Зная это, мы можем ставить свой тейк на уровень снятия ликвидности дневной свечи.